Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Wish в черном цвете 2014 года выпуска. Без пробега по РФ, на бензиновом двигателе объемом 1,8 литров, мощностью 143 лошадиные силы, АКПП, передний привод, автомобиль на хорошей резине, литых дисках, имеется спойлер, камера заднего вида, ветровики, повторители в зеркалах, пробег автомобиля 140 тысяч километров. Пройдемся по салону автомобиля. Салон чистый, ухоженный, комбинированный ткань кожа, имеется три ряда сидений, доп-монитор на потолке, мультимедиа, климат-контроль, кондиционер, режим спорт, режим эко, мультируль, подрулевые лепестки, кнопка старт-стоп, система курсовой устойчивости, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Пройдемся по ЛКП. 79, 79, 75, 79, 82, 82, 78, 78, 85, 76, 60. Актуальную цену и наличие данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.